Небольшой бюст Пушкина на невысоком постаменте установлен на пересечении аллей старинного регулярного парка. Одинцовский район Московской области, бывшая усадьба Большие Вязёмы. Ныне это территория Государственного историко-литературного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина, объединяющего два из немногочисленных пушкинских мест Подмосковья. Это бывшая усадьба Захарова, которая принадлежала бабушке поэта Марии Алексеевне Ганнибал, и голицынскую усадьбу Большие Вязёмы. Но пушкинская тема будет не единственной темой, которая будет звучать в наших ближайших программах. Еще бы, ведь с Большими Вязёмами связаны имена Бориса Федоровича Годунова, государя Петра Великого, его отца, царя Алексея Михайловича, деда Михаила Федоровича, возможно, прадеда, патриарха Филарета Никитича, а также имя французского императора Наполеона Бонапарта и перехитрившего его русского полководца Михаила Илларионовича Кутузова, имя князя Багратиона, а также имена представителей славного древнего княжеского рода Голицыных, многие из которых внесли значительный вклад в русскую историю и, как увидим, не только в историю. Что же касается Пушкина, то Большие Вязёмы связаны с таким очень трепетным, нежным периодом. Это детство, это раннее отрочество до поступления в лицей. Пушкин бывал здесь, бродил, а скорее бегал, наверное, по аллеям прекрасного Вязёмского парка. Здесь рождались первые рифмы и, может быть, что не менее важно, первые поэтические образы. Но обо всем по порядку. Места эти впервые упоминаются в одной из жалованных грамот, датированной 1526 годом. Это времена великого князя Василия III, отца Иоанна Грозного. Упоминаются как осташный ям на Вязёмке. Ну, конечно, это требует, по крайней мере, некоего комментария или расшифровки. Вязёмка, понятно, это один из малых притоков Москвы реки. Два истока отсюда – Большая Вязёмка, Малая Вязёмка. Наверное, отсюда же и название поселений – Большие Вязёмы село и деревня Малые Вязёмы, располагавшаяся неподалеку отсюда. Вязёмка, Вязьма – вероятно, слова одного и того же происхождения. Топкие, заболоченные берега реки. Что такое осташный ям? Это предпоследняя станция, почтовая станция перед Москвой. Последняя была в Дорогомилове. Это наследие Золотоордынского ига. Ну, мы говорим о непосильном иге, о тяжкой дани, о пленниках, о татарских набегах, о кровавых карательных экспедициях, о борьбе нашего народа с завоевателями, о вечном чаянии, об освобождении. Ведь прошение об этом было включено в молитву, которая ежегодно на Новый год читалась во всех храмах Древней Руси. Но это еще и столкновение цивилизаций. Здесь не только негативные, но и позитивные моменты. В частности, так называемая система ямской гоньбы почтовых сообщений, максимально срочной доставки информации и пассажиров. Вот одна из таких почтовых станций находилась в первой трети 16 века, по крайней мере, здесь. Ревущая трасса современного Можайского шоссе до сего дня проходит по белокаменному мостику, построенному некогда по желанию Дмитрия Владимировича Голицына. А рядом с этим мостиком – мостик пешеходный. Ну, внешне такой неказистый, неприметный на вид, но о нем как раз разговор особый. Вязёмы интересны еще и тем, помимо своей истории, помимо тех людей, которые здесь бывали, о которых мы обязательно поговорим, интересны тем, что здесь можно
увидеть начальную историю этой древней подмосковной усадьбы. Потому что что такое вотчина, усадьба подмосковная в 16-м и даже в начале 17-го столетия? Это вотчина хозяйственная, большое хозяйство, постройки в основном деревянные, дерево материал недолговечный, поэтому, рассказывая эту самую историю, мы, как правило, лишь можем цитировать исторические документы, да дать волю своим фантазиям, представить, как это все было. Вот везем их не так, везем их... Можно увидеть историю 16-го столетия. Вот этот пешеходный мостик, он идет по гребню плотины, устроенной по желанию Бориса Федоровича Годунова. Речку Веземку таким образом перекрыли, образовался пруд, где разводили для боярского, а потом уже для царского стола окушков, карпиков и щук. А вот это вот само сооружение, гидротехническое сооружение конца 16-го, может быть, начала 17-го столетия, сохранилось, несмотря на то, что в войну осенью 41-го года в нее попала фугасная бомба, ее ремонтировали, но в основе своей все равно. В это трудно поверить, но это так, сохранились конструкции времен Бориса Федоровича Годунова. Мощный и изящный одновременно храм Преображения Господня. Тип крестово-купольного четырехстолпного храма на высоком подклете, окруженный двухъярусной арочной галереей. Построен он по желанию Бориса Федоровича Годунова в 90-е годы 16-го столетия. Вот удивительно, царь Борис правил недолго, но за время его правления выработался особый стиль, который условно можно назвать годуновским. Считается, что главным прототипом этих храмов был Архангельский собор Московского Кремля. Ну, а к этому типу можно отнести, скажем, Малый собор Донского монастыря, конечно же, церковь Живоначальной Троицы в Хорошове в Москве и соборный храм в Болдином монастыре. Ну, возможно, к этому же типу отчасти можно отнести памятник, который был воздвигнут по завершении смутного времени. Это тоже Московская церковь Покрова в Рубцове. Верхний Преображенский храм летний, в свое время он не отапливался, первоначально был освящен во имя Живоначальной Троицы. Это как раз во времена Бориса Годунова. Ну а переосветил престол этого храма, точнее, престол был переосвящен в честь Преображения Господня уже при первом владельце из рода Голицыных, Борисе Алексеевиче Голицыне. В честь Преображения, ну, здесь может быть множество разного рода предположений, вероятно, в связи с какими-то близкими воспоминаниями, связанными с селом Преображенским, с началом славных петровских дел, непременным участником которых был и князь Борис Алексеевич. Вообще храм напоминает собой небольшой собор, хотя на самом деле это такая домовая церковь Годуновых, входившая в комплекс дворца царя Бориса. На его месте мы с вами еще побываем. Что же касается пушкинской истории, то вместе с бабушкой и Александр Сергеевич, и скончавшийся в младенчестве его брат Николенька, и Левушка, и сестра Ольга направлялись сюда, в этот храм, в воскресные и праздничные дни. Детей, наверное, причащали, потому что взрослые тогда причащались не так часто. Ну, а детишек до определенного возраста, а именно до отроческого, обычно привозили в храм причащать. Ну, какое-то время. Обычно выезжали в загородные имения. Где-то с мая по сентябрь проводили здесь время. Это праздник Троицы. Это Духов день. Это храм украшен березовыми ветками, иногда и целыми березками. Полы усланы чуть увядшей, благоухающей травой. И вот в этом лесу, в котором мальчик оказывался, да, под сводами храма, мерцают лампадки, запах восковых свечей, запах ладана, пение хора, пусть небольшого, но, наверное, слаженного.
продолжительные коленопреклоненные молитвы. Все это должно было производить и, конечно же, производило свое впечатление. Вязёмы называют поэтической родиной Пушкина, Вязёмы, Захарова. Это действительно так, хотя сказано это тоже несколько поэтически. Но уж точно, совершенно точно, это духовная родина великого русского поэта. И те воспоминания, которые он получил здесь, а ведь это самый такой возраст, когда ребенок впитывает все впечатления, особенно такой впечатлительный ребенок, каковым был будущий поэт, оживают потом эти воспоминания, и мы будем об этом еще говорить. Что же касается интерьера храма, то здесь воссоздан уже трудами современных иконописцев, мастеров, такой вот классический русский иконостас, каким он сложился в 16 столетии. Во времена Пушкина, конечно, иконостас был другой, более близкий по времени ему. Стены храма расписаны деяниями Святой Троицы. Это сотворение мира, это наказание Содома и Гоморры, гибель Содома и Гоморры. Это гостеприимство Авраамова. На столбах изображение благоверных князей, мучеников, страстотерпцев, мучеников своего христианского долга, святых правителей, защитников русской земли. Это наша русская традиция. Обычно на столпах, скажем, византийской традиции изображались мученики на крови и костях, которых стоит церковь. А вот здесь особое отношение к природе, власти правителя-христианина, она, несомненно, была близка Борису Годунову, тем более, что здесь на одном из столпов изображен его небесный покровитель, святой благоверный страстотерпец Борис. Наверное, каждого из нас учили, но кому-то даже и говорить этого не нужно было, что писать на стенах и заборах – дело уж совсем распоследнее, тем более уж когда это стена храма, стена церковная. Но вот здесь, в верхнем храме, сохранились граффити, следы непрошенных гостей, явившихся сюда в годы смутного времени. Пан Ежи из Кракова молился в этой церкви, отметился и пан Полонский, даже была оставлена точная дата – 1618 год. Эти граффити напоминают нам о трагических событиях русской смуты. Большими Вязёмами завладел Лжедмитрий, как полагали, и, как он сам уверял, будто бы чудом спасшийся в Угличе сын Иоанна Грозного. И здесь он устраивал потешные бои на Масленицу. Ну, классическая забава – штурм снежного городка. Снежный городок обороняли русские бояре, штурмовали немцы и поляки из окружения Лжедмитрия. Огонь вели снежками. Ну, вот бояре довольно честно выполняли правила игры, поскольку это потеха, игра, и как-то здесь, в общем, жульничать не принято. А немцы да поляки закатывали в снежки комья смёрзшейся грязи и даже свинцовые пули. Так что со стороны русских были жертвы, и росло раздражение в отношении вот этого сброда, иначе не скажешь, который окружал Лжедмитрия. Марина Мнишек на пути к своему супругу будущему посетила Большие Вязёмы, отметила красоту и истинно царский характер этого храма, где она побывала. Но все-таки такая уж, видимо, она женщина, что ничего хорошего ждать от нее не приходилось. Как только Марина уехала, Вязёмы сгорели. Во дворце был оставлен огонь, сгорел и сам дворец, и погорело 30 дворов местных жителей. Но, возможно, Большие Вязёмы помнят и некое радостное событие из того безрадостного времени – встреча царя Михаила Федоровича, первого государя из династии Романовых, со своим отцом, патриархом Филаретом, возвращавшимся из польского плена. Напомню, что Филарет долгое время пребывал в плену, поскольку не соглашался
платить за свое освобождение русскими землями. Поляки требовали территориальных уступок. Он же томился в заточении и выжидал. И вот будто бы эта встреча после очень долгих лет разлуки состоялась здесь, на мосту через речку Веземку. Ну, согласно другой версии, правда, встреча эта произошла тоже на мосту, неподалеку отсюда, в районе известной Николиной горы. Да, совсем забыл отметить один очень важный факт. Те фрески, о которых у нас сегодня шла речь, которыми расписан верхний храм, фрески, посвященные сюжетам деяний Живоначальной Троицы, относятся к 16 столетию. Ну, правда, некоторые фрагменты поновлены в 18 столетии. Ну, надо сказать, что для нашей московской, подмосковной земли это явление не столь уж часто встречающееся. Здесь, в Нижнем Никольском храме, есть одна икона, которая обратит нас к событиям героического и трагического 20-го столетия, прямо из 17 века в 20-й. А время стояния за веру, время мучеников, исповедников. Надо сказать, что Большевиземская церковь держалась достаточно долго. Ее не закрыли сразу после революции. Она продолжала действовать и в период первой безбожной волны 29-31 годов. Простояла она как действующий храм до 1938 года. В особо устроенном киоте под изображением Деисиса, Спаситель, Божия Матерь и Иоанн Предтеча, образы большевиземских героев веры. Это икона веземских новомучеников. Священник Василий Горбачев, диакон Николай Запольский и церковница, так она проходила по следственным документам, член приходского совета, мученица Елизавета Тимохина. Все они пострадали в 1938 году, были расстреляны на печально известном Бутовском полигоне и погребены в безвестных могилах. Диакон Николай Запольский служил здесь с 1925 года, неоднократно подвергался разного рода прещениям со стороны властей. Власти придирались к разного рода моментам, связанным с исполнением повинностей. Например, один раз его привлекли за какую-то недопоставку по деревозаготовкам. Надо сказать, что церковь душили еще экономически, церковь и ее служители. И вот вдова одного священника, которая потеряла мужа, служившего в Преображенском храме, устраивала поминки по своему супругу. И на этих поминках оказался отец Василий, назначенный в январе 1938 года суда в Спасо-Преображенский храм. Он не знал никого, но на этих поминках матушка, вдова пожаловалась батюшке: да что же это за власть, это грабители какие-то. Как раз вот по поводу разного рода вот этих экономических мер, направленных против церкви, он говорит: не называйте их грабителями, время-то, сами понимаете, какое. И за эту фразу зацепились. Ну, а Елизавете Александровне припомнили, что она не только активно защищала интересы прихода в очень жесткое время, это время волны большого террора, но, кроме того, она еще и была женой бывшего жандармского унтер-офицера. Хотя было известно, что унтер-офицер революционерам сочувствовал и даже вроде как им в свое время помогал, и самого-то его не тронули. Но она вот закончила свою жизнь мученически. За алтарной частью Спасо-Преображенского храма небольшой памятник в оградке, типичный памятник для конца 18-го, начала 19-го столетия, с надписью «Под сим камнем покоится Николай Сергеевич Пушкин». Это младший брат великого поэта, скончавшийся отроком. Родился он 26 марта 1801 года и отошел в вечность 3 июля 1807. Умер здесь, в Захарово, и был погребен на погосте возле Спасо-Преображенской церкви в Больших Веземах. Само захоронение, как говорят, перенесено из другой части уничтоженного в последние десятилетия
сельского кладбища. Вот один непопулярный и малочитаемый ныне, хотя и большой советский писатель, высказал мысль о том, что в одном из своих произведений земля становится для человека по-настоящему родной, если в этой земле появляются родные могилы. Может быть, это еще одна ниточка, и очень прочная, которая привязывала Пушкина к Большим Вязёмам, наряду с воспоминаниями детства, наряду с первыми детскими впечатлениями, поэтическими опытами, теми легендами и преданиями, которые он, несомненно, здесь слышал в Больших Вязёмах. Возле Преображенской церкви неповторимая по своей архитектуре знаменитая звонница при храме в Больших Вязёмах. Это тоже памятник годуновской эпохи. Борис Федорович Годунов – первый известный нам по имени владелец Больших Вязём. Он получил эти земли в отчинное владение от своего родственника и государя, царя Федора Иоанновича. Произошло это на рубеже 1584-1585 годов, а в 90-е годы 16 века здесь разворачивается масштабное строительство. Создается резиденция, но необычная резиденция, выполняющая представительские функции. Это уже когда Годунов сам стал государем всея Руси. Годунов был новатором, он был открыт для полезных контактов с Западом. Он пытался организовать первый русский университет или академию. К сожалению, попытки эти оказались безуспешными. И вот тоже новация – принимать иностранных послов в загородной резиденции, которая должна поражать и поражала роскошью, великолепием, ну, широтой хозяина, который, конечно, принимал здесь гостей с размахом. Что же здесь было? Каменный храм, звонница, деревянный дворец царя Бориса, многочисленные хозяйственные постройки, пруд с рыбкой, как мы знаем, и торжок. Небольшой рынок, где определенные люди в определенные дни могли торговать беспошлино. Все это пространство было обнесено земляным валом, по гребню которого проходили деревянные бревенчатые стены с пятью башнями. Что касается самой звонницы, то здесь колокола звонили не по-русски, а на западный лад. Хотя на Руси этот способ звона, именуемый очапным, тоже был распространен. Сегодня его можно услышать и, собственно, посмотреть, как это происходит в древнем Псково-Печерском монастыре, расположенном на западных рубежах Древней Руси. Принцип очапного звона – неподвижным остается язык, а перемещается колокол с помощью определенного механизма. Звон производится с земли, звонарю незачем забираться наверх. С помощью веревки механизм, он приводится в действие. Надо сказать, звон очень мелодичный, особый, оригинальный, отличный от привычного нам. В 60-е годы 19 века звонница угрожающе накренилась, и тогдашний владелец, один из князей Голицына, воздвиг обычную, ну, привычную, точнее, для нас более привычную башнеобразную колокольню. В свою очередь, она была разобрана при реставрации, проводившейся в советское время. Сама же колокольня восстановлена, и сейчас она даже не очень наклоняется. Дворец Бориса Годунова находился на месте конного двора Голицынской усадьбы. Его остатки обнаружили при раскопках не так давно. Археологи обнаружили и слой пожара, вероятнее всего того самого, который дворец уничтожил, который возник после отъезда известной польской авантюристки, успевшей побывать, пусть и недолго, царицей на Москве. Ну, а само здание конного двора – это многократно перестраивавшийся дворец Бориса Алексеевича Голицына. Большие Вязёмы были пожалованы Петром Великим, своему воспитателю, который явил верность во время стрелецкого бунта 1689 года, устранившего от власти царевну Софью. Ну, собственно говоря, конечно, не стрельцы ее хотели устранить, а совсем наоборот, выиграл ее сводный брат Петр Великий при подавлении этого выступления. Борис Алексеевич наблюдал за процессом воспитания юного государя. Ну, а непосредственным воспитателем, как известно, был дядька Никита Моисеевич Зотов.
впоследствии князь папа Всешутейшего и Всепьянейшего собора. Вот события конца 17-го столетия развели довольно близких родственников, двоюродных братьев Василия Васильевича Голицына и Бориса Алексеевича Голицына по разные стороны баррикад. Они находились в таком вот противостоянии, находились во враждебных лагерях. Василий Васильевич Голицын известен как фаворит царевны Софьи Алексеевны, мечтавший о московском престоле, как говорили, но оставим это в стороне. Борис Алексеевич Голицын обустраивает свою парадную резиденцию в Дубровицах. Ну, это разговор отдельный. Здесь же бывает нечасто. Тем не менее, у него здесь есть дворец. Ну, а на купол Спасо-Преображенской церкви, на центральный купол, он водрузил такое вот огромное сооружение, корону из белого камня в стиле барокко. Надо сказать, что вот эпоха Бориса Алексеевича Голицына открывает новую страницу в истории больших Вязем, которую мы с вами перелистнем в следующий раз.